Всем, Юмилия, я привет! Будем смотреть Валеру. У него вышло несколько видосов, но я сейчас хочу посмотреть самый последний. Я выбрал ее. Вот эти вот японские игры с этими японскими сумасшедшими девушками. Как раз таки то, что мы с вами любим. Давайте смотреть. Всем, Валера, я привет. А это наша любимая рубрика про девочек с психическим отклонением. Только ей тут что-то не здоровится. Ох уж эти японцы. Простуда. Вначале предлагают выбрать. Ой, бывает, понимаю, мне не нравится. Бедняжка. Это не актуально. Ленивый дизайнер. Эти вообще что-то не поделили место. Кстати, да, реально так выглядит забавно. Дали посмотрим. Не поделили место, он так это еще прокомментировал. Как у меня со сном? Пробуждением. Жмем нормально. Сплю я хорошо. Спасибо, что беспокоите. В последнее время мне снится космос, Марс. Подождите, а где школа? Мы же так привыкли к школе. Ну да, кстати. Это же классика. Если ты не выйдешь, раскрою твою тайну всем. Шописаю сидя, не надо. Она не нуждается в сердце. Поэтому я вытащила его. Ну ты нафиг, ты пошла в бесплатную клинику. На, не теряй. У нее ключ от двери. Давай сбежим вместе из этого места. Вместе с тобой. Можно вытащить обратно? Да можно отдельно. Я не могу идти с тобой, потому убежать. Что слепа. Тогда куда ты идешь? Сэмпай, я не чувствую руку. У тебя ее нет. Господи, одни проблемы. Дай прогуляться по лесу. Фига я ее починил. Да, ты уже угрожала мне этим. О, чья-то рука? Типа я могу себе собрать девушку? У тебя все волосы в узлах, позволь мне их поправить. Не-не, это прическа такая. Это стиль такой. Ты нафига это? Прическу не трогай. На, бери флаг, бей ее. Зачем ты ее убиваешь еще раз? Это нечестно, у нее была одна рука. Вставай, или я... Какой ужас. Сдохну. Ты подожди. Все в порядке, начинаю понимать. Ладно, я тебе чиню, пока я тебе верю больше, чем той неадекватной парикмахерке. Я бы никому из них не верила. Сейчас мы тебя соберем. Глаз, смотри, глазки. Так, какой смотри, у тебя ж... Ладно, сейчас. Да, блин, сейчас будет Лего, смотреть. Собери себе тян сам. Ну вот, уже совсем другой вид. Я тебя вижу. Мы просто я стоим тоже на респауне, болтаем. Да что тебе, да перестань ее убивать. Нафига я глаз искал? Ну, да ты, все пустую. Мы были бы с ней счастливы. Иди в свой барбершоп. Нюхай пятку. Ты жива? На, ешь ногу. Вгрызайся в ступню быстрее. Успокоила. Блядь, я съел ногу. Я отравился чьей-то немытой пяткой. Реально, я медленно тухну. Фу, фетиш, ты смерть. Не ешь чьи ноги. Сильно получается. Слышу кусты шевелятся. Даже если прямо сильно хочется. Неадекватный Эдвард. Как это ужасно звучало. Руки-ножницы бегает. Какая ты быстрая, а? Я вообще-то лучший бегун школы. Корягу взять можно? Ну и кто о, теперь должен бояться? Самозащита? Подходи, у меня палка. Вот так буду делать. Ну давай, давай, подходи. Давай! Чё? Херашу да эту дуру! Понял, вскрыли. Чё-то палка не помогла. Для тех, типа, как ты можешь бить девушку? Да я по ней даже не попал. Твоя задача держать ее, а я буду бить ее палкой. Пошли. А, ты же не видишь. На звук палки иди. Кстати! О, молодец. Наверное, в этом и был весь смысл. Палку. Я-то думал, он наконец-то начнет защищать себя. Что исправить? Палку? Бездомные ноги. Пригодится. Нужна изолента. Идешь, обуйся, всемогущая на изолента. Ногу. Это твой размер, отвечаю. Я-то вижу, ты видишь ногу, возьми. А, там сзади ну, уже. Порезали мою подружку. Ля башка чугунная. Ну. Собирай, собирайся. Еще палка. Да это просто неадекватно. Все палки по ее тупую голову сломал. Да в целом это вся игра неадекватна. Мое тело, мое дело. Ну не подходи, я просто бобер, иду строить плотину. Где там этот ходячий? Ты вообще ищешь себе запчасти сама? Симулятор бобра. Хватай что-то. Это что, рука? Класс, бери. Я возьму это. Собирай себя сама, я пока ее отвлекаю. Класс, без толку. Ага. Все нормально, она привыкла. Я нет, не подходи. Класс, вы пока тут разбираетесь за мою жопу, можно я тебе ногу починю? Смотри, можно я соберу? Положил на тебя глаз, типа. Только не ешь мармеладный. Было бы здорово нацепить на нее много рук, много ног, просто и уехать на ней. Че подглядываешь? Штраф глазик. Я понимаю, что тебе не терпится нас порезать, но мы здесь пытаемся нащупать глаз вообще-то. Ну, ты очень стараешься, у тебя есть один глаз, ты все видишь. И вправду! Просто. А ведь вправду, реально, она же одним глазом видела. Че придурялась-то, а? Че время тянуло? Ты готова. Смотри, как все просто. Что они заодно, а? Заодно. Как оказалось рядом. Точно, специально это делать, чтобы Валера из этого леса не ушел. Слушай, ну это будет идеально, это просто твой размер. Прям туфельку теперь надел. Теперь ты можешь меня защищать? Романтика. У нее ключ от двери. Я помогу тебе взять ключ у нее. Как бы пора уже. Алло? Пора помогать! Опа. Выворачиваем кармашки. И если что, я ищу ключи, я не разглядываю костлявые попки. А можно ее как-то зафиксировать поровнее? Конечно, встань на мостик, нашла время. Ну давай, я же тебе взял лучшие ручки на рынке, хватай ее. Да, мы чисто ночные гопники из кармана вытаскиваемся. Одна
держит, другой тащит. Хорошего вам времяпровождения, девочки. Давайте, девчули. Более выход. Ты что такой тупой? Удачи. И что ты мне сделаешь? Да, ну ты что, не можешь попасть в замочную скважину? А это главный герой? Борись. Я он же сам борюсь не очень дверью. Так хорошо выглядит. И я победил дверь. Кримпай, беги. Не смей. Такой типа, сэмпай, пожалуйста, не волнуйся, в любое время. Ладно, в любое время не буду. Буду по пятницам по 17:00. Не давите на жалость, ну что ты, она ж зомби. Он так угарно это прокомментировал. Но она и так мертва была, ну жалко. Ты просто уйдешь, чмолох? Девочку я жалко. Я сбежал без зайки? Я сбегу с зайкой. Меня так не устраивает. Ну, как зайка сбежать? Единственная адекватная мертвая девочка. Надо брать, надо спасать. Она точно адекватная? Сделаем не, ну как все равно надо. Жалко, да, потрепанная, да, грязная, да, воняет, да, немного стухлая. Но хорошая. Как ее бросить? Первым делом тебя, короче, собираем, а потом думаем, что с ней делать. Глазики. Самое важное. Чтобы видела, какой я красивый. Остановись. Я слышу паровоз. Чё гудишь? А, ты нашел мой храм. Теперь у меня для тебя есть несколько задач. Видишь эти чаши? Если... Хорошо, что он прошелся по локации, а то ходил в одном и том же месте плюс-минус. Положишь что-то в эту чашу, я дам тебе что-то взамен. Мне нужно сердце того, кто заботится о тебе. А, не-не-не. А зачем ты не напихать, слышишь? Сердечко это не отдам. Я думаю, ты не хочешь моей помощи, а скорее страдать. Да плевать, слушаешь. Без тебя разберусь. Цены у тебя, конечно, конские. Я не позволю тебе уйти из детского сада. Это считается, что я помогаю справиться с комплексом неполноценности? Или это не то? Смотрите, мы уже держимся за ручки. Бля, давай поедим. Романтика! У нас сейчас не пикник, как бы. А где та сыкуха? Очканула сразу. Как узнала, что у нас уже два, а не полтора. Вон хрустящие пальчики, пожуй. Буэна просто. Нам неизвестно, что делать еще, как с ней справиться. Сколько можно? Ты только что поела. Так сэмпай, я принесла прям... еду. Это мне? Не, спасибо, я веган. Сэмпай, я все еще голодна. Да ты уже съела всех, кто здесь помер. Давай. Проблематично с ней, конечно, сбежать. Какой-нибудь. Договорились, потом тебя покормим. Ты такая, что безбашенная. А можно я тебя немножко укушу? Отвал башки прям. Даже не думай. Почему так приятно пахнет? Слышишь, переставай, а? Нам и тут он пожалел то, что решил уйти с ней, да? Нужно думать, как отсюда выбраться. Убили это мертвого, что за выступление? Кстати, да? Это так лучшее и... из всего, что я когда-либо елась. Очень приятно слышать, очень здорово. Я слегка укушу тебя, не возражаешь? Возражаю. Пошла нахер, ешь ее. Она тоже из мяса. Смотри, нога, нога. Ешь. Ой, там такой этот шепот, звук был и кадр. Это потом... обидно, как минимум. Я тебе верил вообще-то. Я передумал. А зря, я ведь говорила с самого начала. Я в деле. И мне как нельзя и верить. Твоя награда находится просто в храме. Используй ее, чтобы разбить ей голову и отомстить. Ну что, проверим твою черепушку на прочность? Ау. Не бойся, я боб-строитель. Где она есть-то? Опа. Эта битва будет легендарной. 8 марта. А ты, извините, я прокормить просто нереально. Ну, вводи в положение. Даже не жалей, ты был съеден, ты просто не знаешь. Ну да. Вот так вот, героически покинул помещение. Захлопнув дверь. Нет, 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 нет. Я же хорошо ударил. Как она еще жива-то? Опа, случилась ловушка Джокера. Ну, прекрасная. Лес в лесу? Пейзаж. Вообще, откуда в лесу дверь какая-то? Подождите, никто не говорит. Никого нет. Сейчас выпрыгнет кто-то по-любому. Классика. Эй, кто-то кошмарить будет? Я так понимаю, это за мной. О, обезьянка! Привет. И сразу так, не здрасте, не симпай, ты мне нравишься. Она очень скучала просто. Даже не убила. Хотела обнимашек. Дима, один раз, типа, мне хватит. Мне мало, шлепни меня еще раз. Ты у меня на голове. Какие кадры! Потом, прикольно. Слышишь, что за цирк? Я волк. Офигенно. Весело тебе, да? Трудности Валера, с прогрессом. Главное помнить, что ты сигма. Слышишь, голос храма, давай-ка ты рот-то прикрой. Да, потише. Ну, позитив тебя так и прет. Спасибо. О, настоящая зайка прям. Ты на энергетиках, что ли, сидишь? Так и скачет во всю. Как-то тебе попасть-то? Меня что, булят, что ли? Это издевательство. Она и такое может? Что случилось? Я помер? Она просто сделала заднее сальто. Это цирковое представление. Зрители не дохнут, когда клоун кувыркается. Какого х... От чего я помер? От удивления? Ну да, 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 весело. Не, костюм, конечно, секси, но выглядит она прям... Я, по-моему, свое тело отдельно сейчас видел. Он не проход зарос. Ну, о, что же делать? А у нее топор об мою голову не ломается, значит. Where's my axe? Where's my axe? Я это забираю. У тебя два. Ой. Есть, отстань. Это у тебя что, яблоко? Тяжело в груди, не могу дышать. А можно мне?
А вот можно было яблочко съесть от героя отстать, а? Спасибо. Да мочка. Ау! Жматяра, одно яблочко взял. Счастливая такая, ходит, яблоки жрет, радуется жизни. Охренела совсем. Я по-твоему чё, просто здесь танцую с ней? О, свобода! Беги! Нихера себе, экшон! Вы видали этот экшон? Эти движения! Меня залупили. А, чё? Всё? Твой личный ад. Ну, меня отстропонят жестко здесь. Эпично, драматично. Из одного ада в другой ад. Вот и думай теперь, с одной зайкой скакать или с двумя пытаться еле-еле как там выживать. Ну, в том аду ему хотя бы яблоко дали, а в этом просто... Поевал! Рада, что посмотрела Валеру. Я по нему прям соскучилась, по его подаче, по его энергетике вот этой вот позитивной, веселой, задорной. А с тобой была Юмелька. Спасибо за просмотр реакции и пока!